Авиакатастрофа произошла сегодня утром в Кыргызстане. На окраине Бишкека рухнул военный вертолет Ми-8. Погиб командир экипажа. Еще 10 человек в больнице. Полет был учебно-тренировочным. Он проходил рядом с военным институтом вооруженных сил Кыргызстана. Неожиданно вертолет выполнил вынужденную жесткую посадку вблизи микрорайона Достук на авиабазе Фрунзе-1. На кадрах с места крушения видно, Ми-8 развалился на части. Сообщается, что на борту находились военные летчики, борттехники и инженер. Самому молодому из них 25 лет, а старшему 58. Сейчас на месте работают специалисты, они изъяли черный ящик. Теперь им предстоит выяснить, из-за чего случилось ЧП. Сегодня в районе 11 часов потерпел крушение вертолет Ми-8 МТВ. В результате крушения вертолета пострадало 11 человек. Из них один военнослужащий погиб. Четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро средней тяжести. На данный момент должностными лицами сил воздушной обороны и Министерства обороны Кыргызской Республики проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия.